Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Музей Мания», и сегодня я, Павел Бритов, проведу вас по музею «Дедушкин чердак» в Измайловском Кремле. Наш музей интерактивный, для детей от 1 до 101 года. И в каждом уголке нашего музея обязательно есть какой-нибудь объясняющий интерактивный экспонат, который можно покрутить, повертеть, потрогать. И обязательно есть какая-нибудь старая вещь, а то и не одна, а много старых вещей и очень старые вещи. Но вот этим стиральным машинам не так много лет. Вот это, можно сказать, вообще молодая. Она начало 80-х годов. Они у нас все работают. А вот эта машинка сильно постарше, ей уже скоро будет 60 лет, и она тоже у нас в рабочем состоянии, можно все это включить, посмотреть. Очень интересный и уникальный экспонат – это унитаз, работающий унитаз в разрезе. Не просто унитаз в разрезе, не просто работающий унитаз, а работающий унитаз в разрезе. Таких экспонатов в мире не так много. Всего 3-4 музея могут похвастаться, технических музеев могут похвастаться таким экспонатом. Вот у нас такой есть. И можно тоже посмотреть, как устроено все внутри. Можно спустить воду, посмотреть, как вода набирается в бачок, как она спускается в колени. И вот на этом самом простом экспонате мы даже ребятам рассказываем много-много разных физических законов, физических принципов. А здесь у нас уголок высокой печати. Высокая печать называется не потому, что пишут высоким стилем или какими-то пафосными словами, а только потому, что краска наносится на выпуклые части клише. Вот такие клише деревянные, вот как у нас вот это для мастер-классов, на которых ребята делают сами себе дипломы, они известны еще с времен фараонов. Но додуматься разделить это клише на отдельные буковки и собирать из этих буквок отдельные слова – только в 15 веке люди додумались, и Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание, печатное дело. А еще 300 почти лет спустя, без малого, догадались совместить это с механизмом клавесина или пианино. Каждую буковку поместили на молоточек, который с усилием бьет по бумаге, и на бумаге остается оттиск. А в этой части у нас представлены средства связи и коммуникации. От самых простых, в виде корабельной рынды или вот семафорной флажковой азбуки, до практически современных телеграфов, телефонов, сотовой связи и так далее. И все это, почти все это работает, все это можно включать, крутить, вертеть и разговаривать. Говорить по переговорным трубам, звонить друг другу по телефону. Но начиналась вся история средств связи, как я говорил, с простых устройств, флажки, которыми махали друг другу с кораблей, появилась семафорная азбука. Но самое неприятное было в этой истории, что если ты не успел прочитать, что тебе передали, и записать на бумажку, то просишь повторить, потому что послание уходило в пространство, да, и не оставалось нигде на бумаге. Все изменилось с появлением электрического пишущего телеграфа. Он был изобретен в 1833 году Самуэлем Морзе. И вот здесь у нас один из самых старых наших экспонатов. Настоящий пишущий телеграф системы Морзе производства заводов Siemens и Гальский Петербург. Это первое изделие фирмы Siemens. С него начиналась компания Siemens. И первое, что они делали, делали вот такие телеграфы. Но есть еще одно изобретение Самуэля Морзе, которое пережило его на века и которое используется до сих пор. Телеграфы такие, конечно, уже вы и не встретите в работе. А вот одно изобретение его, оно осталось до сих пор, и его можно много где встретить. Это азбука Морзе. Он придумал алфавит, который распространился по всем странам. И на все языки и алфавиты мира, то есть появился сразу и в кириллическом виде, и в латинском, но там по созвучию буквы собирались. И до сих пор можно включить радиоприемник, покрутить его там на средних волнах и услышать какой-нибудь радиомаяк аэропорта. А в этом зале у нас представлено всевозможное звукозаписывающая, звуковоспроизводящая и радиоаппаратура для передачи звука же на расстояние. Но история записи звука начиналась с фонографа. Фонографа, к сожалению, у нас нет. У нас есть зато граммофон.
устройство механической записи звука. Если кто-то из вас видел, как выглядит глазами ваш голос, ну, может быть, вы видели, да, кто-то из вас видел, может быть, как выглядит голос. А если кто не видел, то можете подойти к нашему вот такому замечательному стенду, что-нибудь туда пропеть, и посмотреть глазами на экране, как выглядит звук. Так вот, на пластинке граммофонной, если взять большой микроскоп или большую лупу, посмотреть, то вот этот самый звук, который мы видели на экране, мы его увидим вот здесь вот на звуковых дорожках. Он в точности воспроизводит тембр вашего голоса, все слова, которые вы сказали. Это ваш голос, записанный вот сюда на пластинку. А для ее воспроизведения, в общем-то, ничего не надо, даже батареек. Вот такое устройство граммофона состоит из пружины, регулятора скорости и иголки с мембраной, а в качестве усилителя звука вот такая граммофонная труба используется. И можно попробовать завести либо граммофон, либо патефон. Патефон — это портативный граммофон, здесь или переносной граммофон. Покрутили ручку, завели пружину, отпустили тормоз и поставили иголку на пластинку. Очень интересная радиола, вот такая с часами с будильником. Она единственная радиола с будильником, которая выпускалась в СССР. По будильнику могла включаться, по будильнику выключаться и проигрывать как пластинки, так и радио. Эти аппараты все работающие. Ну и, конечно же, магнитофоны, которые появились в 30-е годы, но массово начали производиться после войны во всех странах. Но самые интересные магнитофоны у нас находятся вот здесь. Это 4 магнитофона, которые снимались в фильмах Гайдая, в бессмертных комедиях. Кто может потренировать свою память, может вспомнить, какой из какого фильма, но у нас есть на самом деле здесь подсказки. Под каждым описанием каждого магнитофона есть кадры из фильма. Ну и самая главная подсказка, почти все магнитофоны можно включить и услышать. Этот магнитофон обычно узнают первым. Это, конечно же, магнитофон импортный 3 Антона Семеновича Шпака. Он самый молодой из этой коллекции, это 72-й год. А вот эти вот два очень старые, они ламповые, тяжелые, но на удивление они работают. Это знаменитый магнитофон Яуза 5. Когда это самый массовый был магнитофон тех времен, когда он появился, собственно, появилась эпоха бардовской песни, потому что каждый у себя дома мог открыть студию звукозаписи. И именно про этот магнитофон Галич в свое время написал стихотворение: «Ни партера нет, ни ложь, ни ярусов, плаканье безумствует припадочно. Есть магнитофон системы Яуза». Вот и все, и этого достаточно. Вот это, конечно, самое любимое место большинства посетителей в нашем музее, потому что все здесь любят играть. Это настоящая пиковская дорога. Компания Пика существовала в Восточной Германии в основном, большую часть своего времени существования. Появилась она в конце 40-х. В 47-м году поступил госзаказ от СССР, то есть по требованию СССР был госзаказ от СССР на производство, массовое производство моделей железных дорог. Советским пионерам надо было играть, сами такое делать не умели. Поэтому попросили немцев, у которых была традиция достаточно старая. Но фирмы все эти, которые производили железную дорогу, они были мелкими, там по 5-6 человек персонала. Массового производства, конечно, они наладить не могли. И был построен фактически с нуля новый завод. И у нас в нашей коллекции, вот это единственное место, которое мы тут не даем трогать руками, в нашей коллекции есть 2 вагона из самого первого каталога Пика 49-го года. И здесь же, рядом с железной дорогой, стоят и вокзальные часы. У этих часов был и есть, мы его просто сюда не смогли дотащить. Большой циферблат, который больше 2 метров диаметром. И сюда одевалось такое специальное приспособление типа карданного вала. И на противоположной стороне стены с улицы огромный циферблат с большими стрелками. Вот такой интересный экспонат. На нем можно много-много чего интересного изучать по устройству вот этой механики, всех механизмов вот этих.
Здесь у нас представлено все, что связано с торговлей. Весы, счеты, различные вот приспособления торговые. Но здесь у нас находится самый старый экспонат нашего музея. Это большие торговые весы 1846 года. И вот на таких вот простых экспонатах, на таких весах мы рассказываем про простые вещи. Но можно наглядно самому убедиться, что же тяжелее, килограмм соли или килограмм ваты. Это была программа «Музей Мания», и я Павел Бритов. До свидания, всего вам хорошего.